Так, друзья, приветствую всех на канале Волк War Games, это военные игры с Волком. Значит, сегодня у нас очередная серия по игре Door Kickers. Это тактический симулятор действия спецназа. Спецназ полиции имеется в виду. Ну, симулятор весьма условно, потому что весьма немногочисленными силами мы должны проводить операции, в которых реально принимают участие десятки, а могут быть даже сотни бойцов, если... Имеется в виду объекты, захваченные группами многочисленными террористов, которые эквивалентны там взводу мотострелковому, то есть никак не может пойти на штурм группы из 4 спецназовцев. То есть создается такой очень уверенный перевес, чтобы у противника, у преступников не было никакой возможности противостоять штурму. Но у нас здесь такие очень условные ситуации в этом отношении. Значит, ну вот перед нами бойцы наши, действующие на данный момент, как вы видите, 4 человека уже имеют отметины, то есть получили ранения. Если наберется 4 такие полосочки, эквивалентные тяжелому ранению, то боец у нас выбывает, и будем искать на его место нового сотрудника. Так, ну теперь давайте переходим к первой ситуации, которую будем рассматривать. Так, 12 октября 1992 года, аэропорт города Красногорска. В 13.04 12 октября 1992 года по телефону 02 в дежурной части УВД города Красногорска поступила информация от гражданина Сумченко В.А. о том, что на его глазах несколько людей с оружием, повалив кусок стены ограждения, проникли на территорию аэропорта города Красногорска. Информация в 13.07 передана в ЛОВД аэропорт для проверки и принятия мер реагирования. В 13.17 в ДЧ ГУВД по Красногорской области поступает экстренное сообщение из ЛОВД аэропорта о захвате на технической стоянке аэропорта иностранного воздушного судна. При проверке информации установлено, что при посадке пассажиров группы неизвестных захвачен частный реактивный самолет, принадлежащий английскому кинорежиссеру Энн Томпсону, прибывшему в Россию для съемок фильма о победе демократии. Захватчики представляются бойцами Демократической партии освобождения Северного Закавказья, требуют 5 миллионов долларов и возможность вылета в Турцию или любую другую страну по своему выбору. В противном случае угрожает убить режиссера, его секретаря и пилота. Для проведения операции по освобождению заложников в аэропорт направлена опергруппа ОМСН в составе командира отряда старшего сержанта милиции Громова, старшего сержанта милиции Галахова, сержанта милиции Халимова, сержанта милиции Уланова. Вот первая наша вводная ситуация будет такая. Так, ну давайте непосредственно переходим к ней. Называется она здесь «Асфальтные разборки». 6 преступников, 3 заложника. Ну, вот мы видим самолет частный. Бойцы у нас на позициях. Сейчас мы давайте посмотрим. Так как у нас на воздушном судне будет происходить операция, поэтому резонно будет бойцам выдать оружие, которое больше практикуется в этих случаях. Это пистолет, пулемет и пистолеты. Давайте пистолет, пулемет. Так, для выбивания двери заряды нам не понадобится, я думаю. Ну, хотя тут все равно пусть остаются. Так, Уланов. То же самое. Пистолет-пулемет возьмем. Пусть Вереск остается. Так, броняшка нам готова. Так, Галахов. Давай, ты у нас щит понесешь. Останавливающие действия тут большое прописано. Так, броник. Вот этот вот, чтобы способность действовать оставалась у человека. Так, и Романов. Романов, ты у нас... Ну, классические такие пистолет-пулеметы возьмем. Вот так.
Все, снарядились. Да, единственное, щитовой. Щитовой. Давай вперед, наверное, вот так вот. Так, ну и поехали. Что мы наблюдаем перед собой? Значит, террористы вышли из самолета для того, чтобы взять какие-то вещи, которые им передали. Один смотрит, двое контролируют заложника. Еще один здесь находится. Так. Ну, давайте попробуем сейчас нарезать вот такую ситуацию. Щитовой идет сюда. Так, ты сюда. Ты сюда, ты в замыкании. Поехали. Так, угроза убийства, кстати говоря. Поехали. Так, снайпер. Так, снайпер, давай вот этого. Да, сюда. Бегу. Так, снайпер. Цели нет, да? Так, контроль. Подходим к борту судна. Блин, флешка уже не нужна, блин. Так, забирай. Заложника. Так, контроль. Есть. Давай, забегай. Сюда. Ты кабину. Ты сюда. Да ты заложника выводишь. Подожди, погоди. Не так нарисовал. Поехали. Ох ты, сколько тут? Так. Докинешь? Good job. We're done here. Вот так вот. Так, смотрим реплей. Поехали. Ну, ничего, так нормально. Так, возвращаемся. Так, следующая миссия у нас будет тренировочная. Сейчас я ее описание включу. Так, где тут она у нас имеется? Вот эта вот миссия. Две учебно-тренировочные. Период с 15 по 25 октября 1992 года. В исполнении указаний МВД России об усилении минно-взрывной подготовки, повышении навыков сотрудников подразделений специального назначения МВД по противодействию преступным проявлениям с использованием взрывных устройств различных видов, личный состав МСН ГУВД приступил к углубленному курсу специальной подготовки по обнаружению и нейтрализации различных взрывных устройств. Также проведение спецопераций в условиях угрозы возможного применения преступниками взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Ну, две учебно-тренировочные операции у нас будут. Так, первая просто называется тренировка по обезвреживанию бомб. Раньше мы с бомбами не сталкивались. Так, двое бойцов у нас задействованы, включая командира отряда. 20 секунд у нас на обнаружение бомбы. Точнее, мы знаем, где она находится, но... Так, заходим. Так, давай сюда. Давай. Так, ну и все, видим. Да, двое бойцов у нас погибли. Неправильно зашли. Рестарт. Так. Есть. Подходим к двери. Монтируем заряд. Ты прикрываешь. Да, блин. Двери мешают. Молодец, справился. Черт возьми.
Давай, быстро, бомбу. 3, 2, 1. Провалено. Провалено. Надо еще быстрее. Так. Открываем. Есть. Сразу заходишь. Молодец. Гранату. Так, стоп. Давай. Есть, подрыв. Так, к бомбе. Три. Черт, не успеет. Один. Good job. We're done here. Последнюю секунду сделали. Так, ладно, эту тренировку сделали, в общем. Так, вот теперь у нас следующая ситуация потруднее. Обнаружить бомбу. Здесь у нас большое помещение тренировочного комплекса. То есть масса комнат, где бомба у нас неизвестна, а сработать мы должны двумя бойцами. Поэтому давайте сейчас будем пробовать. Так. Пистолет, пулеметы. Так, давайте, короче, первая пара у нас... Пойнтман, нет. Пойнтман пистолет нам провально абсолютно. Давайте автоматы. Первая пара у нас пойдет с автоматами. АК-12, вспомогательная. Так, броняшка. Такая. Так. Подрывные заряды, флешки есть. Уланов. Давай вместо пистолет-пулемета. Бери автомат. Ну, допустим, вот этот. Так. Готово. Заходить будем. Давайте, один отсюда. Поехали. Lock and load. Let's do this. Так. Заходим быстро. Есть. Okay. Так, ты сюда. Ну, а тут дилемма, видите? Право-влево, непонятно, куда идти. Давай пока смонтируем заряд, попытаемся. Есть. Отлично. Так, давай коридор на... Нет, стоп. Стоп, отбой по коридору. Заходим сюда. Никого, чисто. Так. Чё, чисто? Никого. Отлично. Так, ты заходишь сюда. Ну-ка. Никого. Монтируем заряд. Так, бомба не обнаружена все еще. Значит, вот эти три варианта у нас имеются. Ну, что такое? А, блин. Назад. Давай. Placing charge. Вот видите, потеряли командира. Отлично. Так. Есть. Обезвреживаем. В последней комнате вообще все прошли, оно в последней лежало. И здесь бомба более сложная, на обезвреживание уходит гораздо больше времени.
Good job. We're done here. Так, все, задача выполнена. Смотрим реплей. Placing charge. Сложно, рельеф тут за спиной, все равно приходится что-то оставлять. Хотя этого нельзя делать категорически. Вот почему-то на третьей комнате не стал, не смог он это сделать, непонятно почему. И гранату. Второй боец тоже, видите, немножко у нас растерялся. От того, что товарища выбило из строя. Но это тренировки. Здесь все у нас учебное. Так, ну и все. Good job. We're done here. Готово. Дело сделано. Так, ну а сейчас мы с другой группой. Сейчас всех мы прокатаем на этой операции. Так, вам отбой. Пойдут у нас Хмурый и Малыш. Так, кастомизация Хмурый, Малыш. Так, там мы шли с автоматами. Давайте мы теперь сейчас попробуем со щитами. Долго будем идти. Давайте с бесшумными. С бесшумными автоматами. Допустим, тебе вот такой достанется. Так, а тебе тоже бесшумный. Вот так вот. Готово. Поехали. Так, теперь мы заходим с этих двух точек. Блин, у нас вышибных зарядов нет. Так. По наглому вообще заходим. Так. Давайте, 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 парни. Так, напряглись они, да, наверное? Так, смотрят сюда двое. Понятно. Ага, этот пошел туда проверять, ну-ну. Так. Сейчас мы вам сюрприз обеспечим. Так, вдвоем сразу. Отлично. Так. Где ж бомба-то? Так. Давай, давай! На, прямо сюда стоит, смотрит гад. А мы отсюда зайдем. Вот она. Давай, разминируй. Все. Сюда, сюда, сюда. Ну, немножко запутались, но, по крайней мере, смотрите, без потерь. Good job. We're done here. Дело сделано. Так, давайте, реплей. Hostile inside.
Good job. We're done here. Без потерь. Так, и теперь давайте-ка мы еще бойцов. Так, гоблин. Давай, ты отсюда будешь заходить. А волк, ты пойдешь вообще отсюда. Так, у нас бесшумники были, да? А давайте-ка попробуем сейчас. С пулеметом. Давайте вот такой пулемет возьмем. Тут это, блин, не там удал же, ё-моё. Так, пулемет раз. Дробовик автоматически. Все, готово. Так. Давайте вот так будем. Три точки хода. Входа по большому счету. Ничего особо нового не придумаешь. Так, давай. Стоп, подбой. Хотя ладно, давай. Так, есть. Roger. Placing charge. Отлично. Holding. Looks clear. Ай, блин. Roger. Баловство одно. In position. Сзади. Сзади, сзади. Вот и бомба, кстати. Так. 53 секунды. Давай попробуем разминировать. Блин, да ты за... Зачем ты спиной-то стоишь? Вроде шагов нет. Фу. Давай. Placing charge. Charge ready. Так, перезарядка. Погоди, а как перезарядиться? I'm on it. I'm on it. Placing charge. Так, есть. Charge in position. On your mark. Tango down. Есть. Tango down. Ну все, последнее помещение, здесь последний. Из врагов. Все, это был последний. Так, ну ладно, не будем смотреть реплей, наверное. Сейчас последний, еще одну пару прокатим. Чего мы там еще не делали? Давайте матрос пойдет и обрек. Давайте ради интереса вдвоем они будут заходить, и заходить будут вот отсюда. Так, что вам дать? Автомат. Ну ладно, пусть остается так, автомат. А у тебя автомат с глушителем. Пусть будет так. Так, единственное, подрывной заряд. Дверей много, лучше подрывные заряды. Поехали. Готов? Давай. Placing charge. Charge in position. Cops are here. Заходим. Tango down. Okay, on your mark. Ой, блин. Man down. I'm on it. No
Сзади. Ну, сейчас будем играть. Шутер. Сейчас тонкий момент. Отлично. Все, гранаты кончились. Ну, либо маленькое помещение, либо тройка. Я ставлю на тройку. Да ну нафиг. Все-таки здесь. А, и не успели. Да. Но кто бы знал, что они сюда запихнут. Ну, это была тренировка. Потерь мы не понесли. Все, значит, давайте все последняя на сегодня ситуация будет. Так, называться она у нас будет вот такая вот интересная история. 29 октября 92 года, конференц-центр, гостиница Вестсайдская. 29 октября 92 года, 21:35, дежурная часть. Поступил ряд звонков от персонала гостиницы Вестсайдская, бывшая коммунистическая, по адресу проспект Ленина, дом 29А, с сообщением о том, что в конференц-центре гостиницы на 7 этаже делегаты и участники, проводимые в данном помещении научно-практической конференции «Серое братство. Необратимый путь к небесам», выдворили из помещения администраторов гостиницы, закрыли двери, объявили о готовности массового вознесения. При уточнении информации методом опроса членов конференции, охраняющих двери, директоров гостиницы получено признание, что речь идет о подрыве конференц-центра всех находящихся в нем большим количеством взрывчатых веществ. Так называемое массовое вознесение должно состояться ровно в 20:00 по московскому, 22 по московскому времени. С высокой долей вероятности может повлечь разрушение всего здания гостиницы. Для проведения операции по обезвреживанию взрывных устройств и нейтрализации преступников в гостинице немедленно отправлена оперативная группа ОМСН. Вот такая вот забавная история. Так, ну она так и называется Westside Convention Center. Заложников здесь нет, одни только нехорошие люди. Вот такой зал у нас. Значит, 4 бойца, точка входа одна единственная. Значит, у нас должны здесь работать Трофимов, Царев. Сейчас мы их раскидаем. Так, Трофимов, Царев. Кто еще? Костенко и Романов. Дед. Дед, вот он, дед. И Романов. Романов это у нас малыш. Вот он, малыш. Так, ну что, значит, что мы имеем? Зал, конференц-зал, да, здесь у нас телевизор, стулья для посетителей, здесь столики какие-то, 6 отдельных маленьких помещений. И плюс коридор по кругу идет. И еще у нас дальше вот здесь вот отдельный тоже, ну, как балкон, скорее всего. Заходим отсюда, но я предлагаю пройти сразу по коридорам, не рваться сюда, естественно, обойти по коридорам, посмотреть, что здесь происходит. Наверное, одного бойца здесь оставим. Хотя можно всем идти, я думаю. Или лучше оставить, потому что центр зала прямо перед глазами будет. Так, ну давайте кастомизация, сейчас посмотрим. Так. Романов. Так, наверное, одного щитовика мы здесь оставим, кстати говоря. Кто у нас щитовик? Романов у нас и есть щитовик, кстати. Давай. Щит. Вот этот, который мобильность побольше более-менее дает. Так, ППшник, броник, вот этот вот, как-то так,
Дальше Трофимов с пулеметом вообще не. Давайте пулемет это чересчур для таких операций. Мы дадим ему автомат. Автомат, так, бронежилет. Вот такой. Вместо гранаты, в общем, боевые возьмем. Потому что тут фанатики такие. Так, Царев. Царев у нас специалист по бесшумному оружию. Давайте ему автомат Калашников бесшумный. Так. Не, стоп. Кто-то. Или лучше гранаты вообще. Гранаты возьми. Так, последний у нас дед. Дед у нас старый афганец. Давайте мы ему пулемет вообще выдадим. Так. И гранат тоже боевых. Ну, сейчас погуляем. Так. Значит, что у нас? 4 человека. Щитовой здесь. Щитовой останется здесь. Поехали. У кого тут есть посмотреть? У тебя, да? Давайте сразу сейчас пойдем в коридоры. Так, есть прямо перед нами. А, в зале всего 2 человека, между прочим. 2. Так, шаги чьи-то, я слышу. Так, аккуратно. Есть, контакт. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так. Опа. Быстрее, быстрее. Блин, поражение. В самом начале бойца потеряли. Давайте, наверное, заходим тогда. Сразу. Так, готов? С 3 сторон. Так, есть. Так, ты сюда, ты сюда. Блин. Вторая потеря. Давай быстрее. Roger. Stinger out. Diffusing. Так. Tango down. Давай, 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 прикрываем, короче. Щитовой, ты один остался, на тебя вся надежда. Все. Потери, все потери. Нет, без толку. Да. Mission is a failure. Штурмовая группа уничтожена, понятно. Так, ну давайте, дубль 2. Начало будет такое же. Давайте, кстати говоря, щитового тоже вперед поставим. Есть. Так, аккуратно. Углядывай сюда. Так, ты сюда. Roger. Ты сюда. Сюда. No contact. No contact. Есть. Okay. On it. Так. Okay. Got
Продвигайся вперед. Готово. Ну а теперь мы 4 точки входа имеем. Давайте без подрывов сразу заходим. Отлично, перекрестный огонь. Так, щит закрываешь сюда. Так, ты держишь под прицелом вот эти помещения. Так. Отлично. В бомбе. Так, а ты давай. Ну-ка, рискнем. Накрест выйти, посмотреть. Так, отлично. Отлично. Так. Не, стоп. Блин. Я уже взвел ее, да? Ладно, выкидываю оттуда. Так. Щитовой ближе. Так. Флеха. Пошла. Заходим. Ай, блин! Там трое было. Черт, щитовой, щитовик. Черт возьми, блин. Давайте смотрим, как это было. Надо было не соваться туда, закидать гранатами. Вот что мешало туда забросить крест-накрест. Good job. We're done. Ну вот видите, да, ну и двое ранения получили. Так, матрос, кстати, новое звание. Так, ну все, друзья, на этом заканчиваем. Потеряли мы малыша, то есть вторая ошибка за ранение у него будет еще два раза, и все, мы с ним попрощаемся в этом случае. Так. Это была у нас, соответственно, 26-я одиночная миссия в игре. Ну и все. Так что, друзья, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Волк. По ссылочкам в описании можно поддержать канал. Ну и до следующих встреч в игре Door Kickers. Всем пока.